фотка пошла. Хорошо. Вот, вот она! Идеально. Идеально. Идеально.我们应该是把发型给记忆删除。发型记忆，我们请三位集中一点站。那别说我弄个过去的梦，我估计搜个字都搜的特别。这是五年之前的一段视频了，当时觉得这个挺好的。那个发型，然后那些动作，这设计都是自己来的是吗 ？Effect positive set。他是为了那种特效感。自己加特效是吧？咚咚咚，很可爱啊。所以迪玛希想要删除的是头发的部分，但是其他的都还好。Dream shots possible though。Ойлам ағанша дайлар, әрине көп болып тұрады. Ол мысалы ән айтып тұрған кезде, немесе жеке шығармашылық кештерінде беріп тұрған кезде бір жағдай бар. Ол мені құламдағы құлақ қабым жасамай қалады, өз-өзінде естімей қалам. Бірақ мен оған үйрендім. Және де тағы да ең қызық сәттер, әр кезде әртүрлі көптеген қызық сәттер болады. Мысалы, микрофон жасамай қалады. Одан бұрын кейде өзің дайындалып, дайындық кезінде 100% өтіп тұрған өлең сөзін ұмытып бастайсың. Мен Шенжендегі жеке концертімде болды, өзімнің әнімнің түсетін жеріне түсе алмай қалдым. Бірақ көрімендер айтты. Every time I have problem with ear monitors. So, you need singing with me together, okay? You need help me. You can. Don't go to your friend's.
Шабао, Пао Яо Пао, Фэй Дэ Юэн, Фэй Дэ Гао, Фэй Дао Шу Шан, Доу Сяо Няо, Ло Дао Ди Шан, Ца Бао Бао. Yeah, I love my song.
Special makeup. Wow. Just like tear. Yes. Сол баяғдады, мені шармашылығы зенісе боласын ба, ұзақ ұйықталмайым. Немесе бөліп-бөліп оянып-оянып сөйті ұйықтайым, бірақ үйрем көттім, өзімді жайлы сезіне берем. 2 сағаттан көп дегенде 5 сағатқа дейін ба. Күн, бос болған күнің өзінде де солай. And the development of tourism within this industry.
Last year, at the celebration of the 17th anniversary of the Cannes Film Festival, was opened the National Pavilion of Kazakhstan. Бір көркенін ғашық болдым өзіңе. Балдай тәтті сөзіңе. Қалағым мен баурап алдым жанымды. Қарай бердім нұрға. Do you have girlfriend? Maybe you don't. Maybe you don't. No, he's a man. You are man too. Strong friend. Oh. 你要不要拍照？哇！感谢。I wish I was a girl. Легкой джазовой походкой. А кто это к нам пришел? Это Рамир пришел, самый высокий человек. Давай, Рамир, улыбайся. Рамир, улыбайся, давай. Отлично, это лучшая улыбка. Ребенка не обманешь.
Покажи. Надо добавить к трио. Теперь у нас квартет, дежурная улыбка. Кто зубы не почистил? Он до сих пор улыбается, ты посмотри. Тёма, Шадров, ты где, мой родной? Тёма! Вот это класс! Тоже обидел такую красавицу, да посмотри. Сидит такая грустная. Маке. Ага. Ну, конечно, мы шутим. Мы тоже очень благодарны судьбе за то, что у нас появился такой замечательный друг. Ну, и Макс тоже неплохо чел. А, я не могу. Про меня говорил. Да-да-да, я понял. Спасибо, на самом деле. Я прям вообще в шоке. Добро пожаловать к нам в Казахстан. Добро пожаловать к нам в студию, к нам домой. Мы очень рады к тому, что все-таки вот Максу удалось найти время специально для нас, для казахстанских друзей. Я с огромным удовольствием постоянно общаюсь, поддерживаю связь, дружу с Максом, потому что он действительно человек, который заслуживает большого уважения. Не потому что он просто Crazy Max и он классно ведет блоги, а потому что человек, прежде всего, с большим сердцем и с глубокой душой, что сейчас в современном мире таких людей почти не найти. Ну, есть они, конечно же, но, к сожалению, не так часто встречаются, как хотелось бы. И... Ну вот, приезжайте к нам почаще. С удовольствием. И спасибо большое. Вот, кстати говоря, я, кстати, не помню, кто последний раз заходил во время моей работы и меня не бесил. Во время работы, записи, да? Ты имеешь во время это? Записи, во время работы, чтобы, ну, чтобы человек... Я тоже не бесил. Вот, ну, не раздражал. Не раздражал. Да, внимание. Кстати, я тоже был удивлен. Да, да. Я сначала тоже сначала может, не понял. Может, ты не заметил просто его? Да нет, я вроде в окошко ему туда заглянул. Спасибо, это на самом деле дорогого стоит. Это, да. Дорогого вот именно стоит. Выставлю счет. Спасибо, я вообще, я реально счастлив. Это крутая подача. Это я понимаю шутки, да. Вот я сейчас думаю, а можно ли это выставлять вообще, потому что у нас с дядей Хизрей и с Максом уже настолько теплые отношения, что за какой-то короткий срок мы так начали дружить, что аж постоянно не можем обойтись без каких-то шуток, без... Которые нельзя. Я на самом деле тоже признаюсь, потому что я уже думаю, вот настолько дружим, что, блин, со своей камерой лезть и что-то спрашивать, и это, что-то это думаешь, блин, уже не тот уровень. Эфир-то наш, зачем ты наш эфир говоришь вообще? Извините.